Эстафетой, устремленной в будущее, сменяли друг друга трудовые дни 41-го. Они начинались с веселого пения гудка, торопились в цехах звеня, строители нового мира двигали само время. Время вперед! 18-я партконференция призвала дорожить временем. Плановое задание выполнять каждый месяц, каждую смену, каждый час. Суточный график – закон производства. Дни были наполнены радостью свершений. И уже как бы становились привычными удивительные победы, рекорды, гордые и многозначные числа. В 41-м году в стране должно быть построено почти 3000 заводов, фабрик и шахт. Внимание! Начинает диспетчерское совещание. Вчера завод изготовил 515 тысяч ламп при суточном графике 485 тысяч. Леонид Иванович, как дела с этой спиралью? Сдали на склад 500. Остальные сдадим к концу первой смены. Время вперед. Стук секунд и сердец сливался в единый ритм созидания. Ото дня ко дню нарастал подъем, с которым вся страна шла, опережая время, чтобы утвердить на земле мир и счастье. Но мир должен быть во всеоружии. У рубежей страны стояла война. Наши войска только овладевали опытом ведения крупных операций в условиях современной войны. Снаряды зачастую пробивали танковую броню, и ружейная стрельба велась одиночными выстрелами. А за кордоном была оснащенная до зубов армия Германии, армия захватчиков, вобравшая в себя весь военный потенциал завоеванной Европы. Ветер, дующий с запада, был пороховым. Красная армия проводила маневры в обстановке, максимально приближенной к боевой. Еще не зная, когда грянет решительный час, мы жили в тревожном предчувствии грядущей схватки. Люди свято помнили ленинский завет. Наши шаги к миру мы должны сопровождать напряжением всей нашей военной готовности. Время вперед. Землепроходцы и добытчики заставляли землю быть доброй к людям. В степном Киргизстане зацветет хлопок и зашумят сады. Земля. Она умеет быть щедрой и ласковой. Это Бессарабия. Впервые в жизни молдавские крестьяне засеют свою, а не барскую землю. Первой колхозной весне большевистская встреча. Азербайджан.
размаха шаги сажень. И по воле людей нефтяные вышки шагнули в Каспийское море. «Мы, моряки-бурильщики, работаем в штормы и ураганы», писал буровой мастер Арсен Ванесов своему другу Алексею Семиволосу. А прославленный на всю страну криворожский шахтер отвечал: «Закончил годовую норму. До конца года, думаю, дать еще три». Кому этот труд? Всем и каждому. Тому, кто жил в эти годы, и наследникам их. Все должно приносить радость людям, и неподатливая земля Туркмении, и вода океанов, морей и рек, дары ее глубин. Неужели в воде суждено клокотать от взрывов и помутнеть от крови? И богатство земных недр, золото, что будет служить не одиночке миллионеру, а 200 миллионам народу? Неужели даже глубь земли содрогнется от бомбовых ударов? И само небо? Полярный летчик Иван Черевичный и его друзья покорили полюс недоступности и смелой ледовой разведкой открыли маршрут регулярного судоходства по Северному морскому пути. Так начинался 41-й год на 6-й части мира. А на западе небо несло разрушение и смерть. Горели Лондон и Ковентри. С плацдармов оккупированной континентальной Европы гитлеровские летчики обрушились на британские острова. Даже на гражданских авиалиниях в Германии основным пассажиром стала фашистская солдатня. Сапог бесноватого ефрейтора попирал землю Франции. Фридрих I Барбаросса. Именем этого кровавого императора Средневековья был окрещен тайный план нападения Германии на СССР. Цель похода ясна. Большевизм должен пасть, записал в дневнике Геббельс. Горела земля и по другую сторону от нас. Японская военщина замахнулась на всю Восточную Азию, бомбила Китай. Все крепче и крепче становилась ось Берлин-Токио, союз агрессоров. В Берлин прибыл японский министр иностранных дел Мацуока. В
Вот он пышно въезжает в новую имперскую канцелярию. Наши фронтовики помнят ее несколько иной. А тогда, весной 41-го, здесь шел сговор единомышленников. Австрия, Чехословакия, Польша уже заняты захватчиками. Черное щупальце уже тянется по земле Югославии, ответившей захватчикам всенародной партизанской войной. Фашистские танки наматывали на гусеницы дороги Европы. Да здравствует нерушимое единство народов Советского Союза! С Ленинградом перекликался Киев. Украинскую мову сменяла эстонская речь. Молодые республики праздновали свою первую советскую весну. Древняя Рига словно обрела молодость. И небо Прибалтики над кварталами Каунаса было таким же просторным, как над залитыми солнцем улицами Кишинева. Да здравствует нерушимое единство всех народов нашей страны! По Красной площади столицы шли плечом к плечу защитники Родины. Шли люди армии и люди труда. Сыны и дочери свободного и талантливого народа. Академик Бах вручил сталинские премии физику Капицы, геологу Обручеву, хирургу Бурденко. Народный артист СССР Немирович Данченко кинорежиссерам Козинцеву и Траубергу, артисту Чиркову, артистке Массолитиновой, скульптору Мухиной, писателю Алексею Толстому. Премии получили артистка Любовь Орлова, кинорежиссеры Александров и Пудовкин, артист Черкасов Сергеев, замечательный исполнитель роли Суворова. Весь культурный мир знает эти имена. В городах уже зазеленели футбольные поля стадионов. В Москве на «Динамо» шел матч. Хозяева поля играли со «Спартаком». Люди жили своей обычной жизнью. Веселой и творческой, интересной и многообразной. Хороша была весна 41-го года в мирной, растущей не по дням, а по часам, нацеленной в будущее стране. От Москвы до самых окраин, с южных гор до северных морей, человек проходит как хозяин, не обнятый родины своей. Всюду жизнь вольно и широко, точно Волга полная течет. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет.
Работала всесоюзная сельскохозяйственная выставка, колхозная академия, где были представлены все республики, все отрасли труда на колхозной земле. Выставку открыл нарком земледелия Бенедиктов. Мы имеем все возможности для получения высоких урожаев в 1941 году. 41-й год должен принести нам новые серьезные победы и обеспечить выполнение задания. 21 июня, суббота. Сегодня в театрах «Большом» «Царская невеста», «Вахтангова» «Маскарад», на эстраде «Хор Пятницкого», в госцирке конный аттракцион «Донские казаки». Друзья, ровесники, дети наши, это война. Памятка немецкому солдату. Помни и выполняй. Нет нервов, сердца, жалости, ты сделан из немецкого железа. Убивай всякого русского. Не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик. Уничтожай все живое. Мы поставим на колени весь мир.
22 июня с заявлением от советского правительства выступил по радио заместитель председателя Совнаркома Молотов. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Это неслыханное нападение является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. На поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной. Красная армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Советский Союз вступил в единоборство с колоссальной военной машиной. Весь многонациональный советский народ поднялся на защиту Родины. Уже с первых часов войны фашистский бронированный вал наткнулся на такую силу духа и единство воли всего народа, каких не могли предвидеть ослепленные легкими победами захватчики. По плану гитлеровцев война должна была быть молниеносной. Но держится северный полуостров Рыбачий. Его защитники не сдали ни пяди земли до победного дня. Но сражается Лиепая. Здесь на целую неделю застопорилось фашистское наступление. Но героически сражается Брестская крепость. Все умрем, но не сдадимся. Кровью написано на ее камнях. А вот что свидетельствуют сами гитлеровцы. Там, где русские были отброшены и выкурены, через короткий промежуток времени из подвалов и других укрытий появлялись новые силы, которые стреляли так превосходно, что наши потери значительно увеличивались. Все же мы отступали. Пору поднять 10 поколениям тяжесть, которую подняли мы. Боль и горечь тех дней до сих пор обжигают наши сердца. На нас напали внезапно. Мы не были полностью готовы к ответным ударам по врагу. У него было превосходство в людях и технике. У нас не хватало опыта,
боевого мастерства, наши войска к моменту нападения еще не были отмобилизованы и придвинуты к границам. На нашу землю пришли беда и горе. Все снималось с насиженных мест и двигалось в одном направлении, на восток. Уходили люди, эвакуировались машины, и по обеим сторонам скорбных дорог лета 41-го года горели хлеба. В целях быстрой мобилизации всех сил создан Государственный комитет обороны, его председатель Иосиф Виссарионович Сталин. 3 июля от имени Центрального комитета партии Сталин обратился к народу. Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои. Он сказал о потерях. Заняты Литва, часть Латвии, запад Белоруссии и Украины. Над нашей Родиной нависла смертельная опасность. Мы должны перестроить всю работу на военный лад. При вынужденном отходе Красной Армии не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Организовывать партизанские отряды, создавать невыносимые условия для врага. Дело идет о жизни и смерти советского государства, о жизни и смерти народа СССР, о том, быть народом Советского Союза свободными или впасть в порабощение. В распоряжении Гитлера оказались экономические и военные ресурсы почти всей Западной Европы. Против нас было брошено 170 дивизий, только на суше 4 с лишним миллиона вооруженных захватчиков. На юго-западе немцы осадили Одессу. Город держался до последнего патрона. 73 дня героической обороны. Слушай, страна! Говорит Севастополь! Говорит Севастополь! Говорит Черноморская крепость! Севастополь! Товарищи красноборцы, красноармейцы, командиры, комиссары и политработники! Слушайте нашу передачу из осажденного города! Оборону возглавили адмирал Октябрьский, генералы Петров, Остряков, Моргунов. И корабли Черноморского флота ведут упорную борьбу против разбойничьих полчищ фашизма, героически защищая советский форпост на Черном море, славный Севастополь. Фашисты бьют по городу нашей славы, Ленинграду. Здравствуйте, товарищи! Мы здесь работаем вовсю, не жалеем сил, копаем землю, строим заграждения, сделаем наш любимый Ленинград недоступным, недосягаемым для фашистов, поможем нашей Красной Армии разбить и уничтожить врага. Гитлеровцы у стен города, в штабе обороны испытанные коммунисты во главе со Ждановым.
домов, затемненных громады, в зловещем подобии сна. В железных ночах Ленинграда осадной поры тишина. Но тишь разрывается воем, сирены зовут на посты, и бомбы свистят над Невою, огнем обжигая мосты. Коричневая угроза нависла над Киевом. Больше двух месяцев шли тяжкие бои на оборонительных рубежах украинской столицы. Их строили старики, женщины, дети. К детям войны обратился со своей последней речью незадолго до гибели Аркадий Гайдар. Ребята, этот суровый, грозный год покажет, кто из вас действительно трудолюбив, спокоен и мужественен. В этом году вы должны будете не только хорошо учиться, не только крепить дисциплину, эту основу победы тыла и фронта. Вы должны будете много работать, помогая старшим дома, во дворе, на заводе, в поле, повсюду и всем, чем можете. Славить будут те честные, скромные ребята-труженики, славные пионеры-тимуровцы, которые, по примеру своих старших отцов и братьев, будут упорно учиться, работать, терпеливо постигать сложное военное дело, помогать семьям бойцов и заботиться о наших героях-раненых. Это много? Да, это немало. Но для победы нужны немалые усилия. Страна вас всегда заботилась, она вас воспитывала, учила, ласкала и частенько даже баловала. Пришло время и вам не словами, а делом показать, как вы ее цените, бережете и любите. Так же, как всегда, ни днем, ни часом позже, 1 сентября вы начинаете свою школьную учебу. В добрый путь! Ельня. Первое наше контрнаступление, первый удар по фашистам. За счастье наших детей, за родину дали свой первый залп гвардейские минометы «Катюша». Здесь наши солдаты впервые поняли, увидели, доказали, что непобедимую гитлеровскую армию можно бить, повернуть вспять. В боях под Ельней родилась Советская гвардия. Они боятся расплаты, эти убийцы и поджигатели. Сегодня ровно в 5 утра, перекрывая свист, ты первым выкрикнул «Ура, товарищ коммунист!». Коммунисты и комсомольцы шли в первых рядах гвардейцев, первыми перемахивали через бруствер, служили примером для своих товарищей и погибали порой тоже первыми. А дома всех солдат живыми мечтали встретить подруги, матери. Великой была их вера. Враг топчет мирные луга, он сеет смерть над нашим краем. Иди смелее в бой, рази врага, жесток и дай отпор кровавым хищным стаям. Иди смелее в бой, рази врага. Как дом, в котором ты живешь, оберегай страны просторы, завод родной, сады и лес, и рожь, и воздух наш, и степь, широкую, как море. Храни, как дом, в котором ты живешь. Низкий поклон вам за все, женщины военных лет. Это песня о вас,
Это с вами говорит боевая подруга. Женщины, я должна сообщить вам то, что видела своими глазами. Фашистские стервятники расстреливали из пулеметов женщин и детей. Я видела тяжело раненого 12-летнего мальчика Колю. Я видела девочку Лену с растерзанной грудью. За что? За что фашисты, эти дикие звери, истребляют невинных детей? Там, где кипит жестокий бой, где разыгралась смерть и вьюга, всем сердцем буду я, мой друг, с тобой. Твой путь я разделю, как верная подруга. Иди, любимый мой, иди, родной. В сентябре начались бои на дальних подступах к Москве. Столица ощетинилась ежами, надолбами, баррикадами. Отряды ополченцев шли по сурово настороженным улицам и площадям города воина. На всю страну прогремело в те дни имя первого в мире человека, совершившего ночной таран вражеского самолета, летчика-москвича-комсомольца Виктора Талалихина. К концу шестой атаки вышли все боеприпасы. Оставалось одно – протаранить фашистский самолет своей собственной машиной. И я всей машиной врезался в него. Объятый пламенем, Хенкель камнем полетел вниз. Поле русской славы Бородино. Теперь здесь схватились в смертном бою не просто русские и иноземцы, а два мира – социализм и фашизм. И памятники воинам той Отечественной войны стали свидетелями доблести потомков. Все тревожнее сводки Совинформбюро. Бои уже на ближних подступах к столице. 20 октября. В Москве объявлено осадное положение. Город стал фронтом. Единство народа, единство фронта и тыла выдержало великое испытание на монолитность. Коммунистическая партия осуществила невиданные по масштабу мероприятия для перевода народного хозяйства на военные рельсы, провела огромную военно-организационную работу. 1360 крупных промышленных предприятий эвакуировано на восток. Все для фронта. Все силы на разгром врага. И люди работали, не считая ни часов, ни смен, пока руки держат инструмент, штурвал или перо. Москва предоктябрьская. Сюда устремились взгляды всех борющихся с фашизмом. К тому времени уже начала складываться антигитлеровская коалиция. Столица держится строго и стойко, как солдат на посту. План окружения Москвы гитлеровцы назвали «Тайфун». Любой ценой к 7 ноября взять Москву, приказал фюрер. На столицу брошена 51 дивизия. Народ дал клятву отстоять Москву. 7 ноября с трибуны Мавзолея
выступил верховный главнокомандующий Сталин. Вы ведете войну освободительно, справедливо. Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого Ленина. Прямо с площади войска шли на фронт. На ближних подступах к столице солдаты стояли насмерть, дрались, как летчик Гастелло, как 28 гвардейцев-панфиловцев, как русский политрук Диев Клочков, казах Касаев, украинец Петренко и тысячи других. Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва. Танки Гудериана кинулись на Тулу и Каширу. Но рабочие города оказались крепким орешком, не по зубам. Вместе с армией встали люди от Станков и Горнов. Партийная организация Тулы и фронтовой штаб возглавили оборону города. В Тулу прибыл член политбюро ЦК Щербаков. Партизаны, народные мстители. К концу года больше 3000 отрядов. Девушки в платочках и мужчины в телогрейках стали отважными бойцами. Гореть земле под ногами оккупантов. Жизнь и смерть партизанки Зои Космодемьянской, московской школьницы-комсомолки, потрясли сердца всех честных людей на земле. Ставка Верховного Главнокомандования стягивала резервы. Генералы Жуков, Конев, Рокоссовский, Болдин, Говоров и другие во главе соединений. 6 декабря наши войска под Москвой перешли в контрнаступление. Есть в военном приказе такие слова, на которые только в тяжелом бою, да и то не всегда, получает права командир, подымающий роту свою. Повсеместно, где скрещены трассы свинца, где труда бескорыстного не в проворот, сквозь века, на века, навсегда, до конца, коммунисты вперед, коммунисты вперед. Ура! За Родину! Легендарные герои этих дней. Генерал Даватор. Генерал Белов. Гитлеровцы отступали. Тайфун повернул обратно. Впереди бои, неудачи, победы. Еще столько земли топчет сапог оккупанта. Но начало положено. Отсюда мы повернули на запад. С отравленными глазами смотрели вчерашние победители, белокурые бестии, сверхчеловеки. Народ отстоял Москву. Враг был контратакован под Тихвином и Ростовом, в Донбассе и в Крыму. Всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин, как всегда, в ночь на 1 января произнес новогоднюю речь. Дорогие товарищи,
по случаю. Наступление Нового года разрешите представить вам краткий итог войны. Красная армия сражалась героически. Однако враг имел инициативу в своих руках, отыскивая слабые места, продвигался вперед, занимая наши города и села, и как уголовник, разбойничая над мирным населением. Но возмущалась народная гордость, задевала самолюбие, что немецкие разбойники гуляют по нашей земле, издеваются над нашим населением, терзают стариков, женщин, детей. Ни в народе, ни в армии, ни на одну минуту не было сомнения в том, что враг будет разбит. Граждане Советского Союза, рабочие и работники, колхозники и колхозницы, советская интеллигенция, бойцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки, разрешите поздравить вас с наступающим Новым годом! Сорок первой памяти нам тревожно и горестно. Но горе народа не знает мести, оно требует возмездия. И уже тогда мы знали, что оно наступит. Прошло 192, впереди оставалось 1225 дней Великой Отечественной войны.